На учете в Центре государственной инспекции по маломерным судам состоит 89 детских пляжей. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции в Казанском крае, работа по подготовке к купальному сезону начата главным управлением уже давно. Особое место уделяется безопасности детей на водных объектах. В настоящее время откорректированы и уточнены детские здравницы, имеющие пляжи или находящиеся вблизи водных объектов. Спланирована работа по утверждению, по разработке и утверждению планов совместных мероприятий с органами внутренних дел, администрацией края, муниципалитетами, общественными организациями. Спланировано проведение занятий детских учебных здравниц с дежурным персоналом, с обслуживающим персоналом, с первожатыми, с руководителями по правилам поведения на воде. И данная работа, она проводится даже с года в год и имеет свои положительные результаты. Так, на протяжении многих лет полностью исключена в Красноярском крае гибель и травматизм детей на водных объектах при отдыхе в здравницах на детских пляжах. В целом, до 1 июня мы планируем закончить работу по подготовке купального сезона, к открытию купального сезона. И в целом силы и средства Центра ГИМС готовы к действию по предназначению.